Подлетай, подлетай, подлетай еще. Да не тряси. Хорош, мочите, мочите. Уже отлетают, ага. Что-то у меня пулемет вообще не стреляет. Так, аккуратней, вы на большого, вы маленький мочите, вы истребитель, кого вы мочите? Истребитель прямо у меня на хвосте, ребят, вы чё? Включай транспондер, и будем уже с ними воевать. Он все, походу, вышел. Он уходит. Один взорвался, второй уходит, я за ним. Ну давай этого добьем тогда уж. Да, вы проверьте, лутайте его, я за вторым пошел. Он тоже майнер, походу. Стой, 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 на черепашке подлетай. Так, я его подбил. Так, пока никого не вижу. Ну-ка, облети его. Снизу давай. Бля, у него еще и лазеры. Ребят, помогайте, наверное. Один, походу, под охуею с ним сражаться. Ладно, давайте тогда помогать Зику. Не-не, я в облаках, вы меня хуй найдете, поэтому... Но он съёбывает. Транспондер включи и всё. Да, блядь, пиздец, боюсь. А развернись всё. А, мы тебя не догоним, мы вас не догоним. Движков нету, да? Вон, две половинки оторвало. Половинки чего? От них. А чё, у нас вроде всё целенькое. Я вовремя повернул, то есть он взорвался как раз, когда... У меня повреждён только прицел. Я не знаю, как мне можно было в прицел попасть. Да ты чуть не протаранил его. Ну да, кстати. Я заманеврировал жестко, все нормально. Но корабль чистый, вроде там никого нет. Так, посмотрим. Да, они бывают прячутся. Но у меня, блин, патроны еще не отображаются. Ну я этих не вижу, короче. Ты на корабле стоишь? Давай, если что, будешь стрелять. Я подлетаю. Я предлагаю просто ему копию расставить. А, вон он, давай, типа, зовет нас. Кто, кто? Вон он, кричит нам. Где, я не вижу, в чате? Да. Ну-ка, стой на месте, не стреляешь, в снайпу попробую их высмотреть. Не шевелятся. Так, я вижу корабль этот. А я его пидора вижу, сейчас застрелю его нахер. Которого? Который истребитель. Сейчас чуть-чуть. Вон. Полез. Отойди. Есть, снял его нахуй. Ну не знаю, выжил он или нет. Выжил. Ух, блядь, уже нет. Точно, блядь. Убил, готов. А вы его видели, что ли? Да, он вылез. Он живой? Да уже нет. Я его, походу, в аквариус снял. Хорош. Голову дал, конечно. У меня так странно, пульки, блин, как будто в какую-то преграду втыкались на полпути. Ну, может, танцы? Так, аккуратно смотри, подлетай все равно. Облетай их вокруг, а я буду смотреть. Так, ну я подлетел, вроде никого. Лазеры, ребята, пиздец, скорее, блядь, лутать. Ты его убил? Да, я его не увидел. Но он взорвался. Ты лазер, он там где-нибудь сидит. Ну, я пока не вижу, слежу за ним. Ну, это точно труп. Да там, может, еще есть. Их так. Может быть, больше, да. Ну, я пока со снайперской подпалю. Так, я у вас не вижу нихера. Вы прямо на этот, вы меня только не подбейте. Мы на транспортнике, на здоровом. А, вы на здоровом? Все, я истребителя просто убил. Трупик перед нами, да? Висит. Это трупик висит, а ты его сбил. Я видел, как в него пуля попала. Так, ладно, я пошел в атаку тогда. В рукопашную. Если так можно выразиться. Ладно, давай я облечу сейчас это все так. Так, все, сняли его, короче. Че это у нас такое? Ну все, наверное, нет уже там никого. Смотри, с этим самым система автоуклонения. Что-то
тремя майнинг-лайзерами. Блин, надо лутать, слушай. Лутайте хорош. Срочно, у меня. Я тоже тут сейчас у него плазму с пищей. А куда ты их сложишь, эти майнинг-лайзеры? Че, блядь, в инвентарь, ты че? Блять, я плазму нашел, пиздец, пацаны. Охуеть, у него еще две плазмы. Так, ну вроде нету никого. Давайте лутаем все. Жалко, я не знаю. Хорошо. Прям пополам. А вы кто не записал, кстати? О, у него воркбенч есть. У меня, по-моему, три лазера, ребята, три лазера нахуй. Ну будет что написать этому самому Весемиру нашему принципу. Ну да, первый фраг нормальный. Весиру. Что упустил? А, Весиру, да. Ну вряд ли мы тут груз, конечно, посмотрим тут, потому почему? Что вообще порвало просто. Контейнеры есть, можно прицепить сокет. А, у тебя же есть там этот портативный. Бля, они все поврежденные, конечно же, но портативный сокет есть. Надо найти.